Ребятки, всем привет! С вами Росси. И сегодня мы с вами поговорим о системе регистрации, которую мы недавно доработали. Это система регистрации на сервере Rolly Game Online в GTA 5. И перед нами первым делом, что появляется при входе на сервер, это, конечно же, сама система регистрации. Значит, система регистрации состоит из разных частей. Первая из частей – это, как вы видите, ввод нашего пароля к нашему аккаунту. Внизу вы видите, что есть UCP. UCP доступно по следующему адресу. Это rollygame.online. Ну, а пока мы введем с вами пароль. Также этот логин и пароль можно будет использовать для входа непосредственно на сайте в свой личный кабинет. Так, давайте введем пароль, к примеру, 23. Как видите, наш персонаж пошагал в соседнюю комнату для выбора, точнее для создания внешности. Уже, в принципе, есть видео по поводу создания внешности персонажа. Ну, давайте возьмем волосы на лице, добавим такую вот красивую сексуальную бородочку, сделаем ее такого светленького цвета. Нет, ладно, не будем делать извращенца. Стандартно. И выбираем, в принципе, сохранить. Дальше, как вы видите, нужно указать имя вашего персонажа. То есть это конкретно РП-имя, поэтому будьте очень внимательны. Если вы введете что-то неправильно, то данная строчка подкрасится красным. Ну, к примеру, мы введем имя 1, как вы видите. Обратите внимание, что разрешены не все символы. Это означает, что всякие нагибатор 228 или там, я не знаю, там Николай 2010 и так далее не подойдут. Поэтому давайте выберем более стандартное. Я, к примеру, себя хочу назвать Бруно. Дальше нужно указать фамилию. Опять же, если фамилия будет введена не по формату, то опять вас дальше не пропустит и будет написано: обратите внимание, что разрешены не все символы. Поэтому давайте будем оставаться реальными, адекватными ребятами и будем вводить нормальные имена фамилии. Учитывайте, что это Америка, а не Россия. Поэтому, конечно, можно Иван Иванов, Иванов Иван Иванович и так далее. Но давайте как-то постараемся более какие-нибудь американские, итальянские. Ну, поменьше русских. Русских, конечно, можно, но давайте все-таки мы культурные с вами, цивилизованные люди. Значит, мы видим Бруно. Давайте введем Томасина. Или Томасина. Или Томасина вроде то. Массино, давайте вот так вот будет. Вот, далее нам нужно указать возраст нашего персонажа. Обратите внимание, что возраст мы указываем от 18 до 60, то есть не 14, не ваш реальный возраст, там 13, 12, скоро будет 15, а от 18 до 60. Это было сделано специально, потому что некоторые игроки, к сожалению, не понимают, что нужно указывать именно возраст персонажа, а не возраст свой реальный. Поэтому давайте от 18 до 60. Я думаю, в отдельных случаях, если вам очень нужно будет указать возраст больше или меньше, после регистрации обязательно обратитесь к администраторам, и они вам помогут. Опять же, что если вы ведете цифры меньше, или вы ведете, не знаю, буквы, то вас система дальше не пропустит, и нужно указать только в этом периоде, от 18 до 60. Давайте возьмем 40 лет нам будет. После этого регистрация заканчивается, мы видим супер-пупер доставку, добро пожаловать, бум-бум-бум, и ваш персонаж, или в моем случае мой персонаж, вот выходит якобы с аэропорта. В принципе, на этом регистрация пока готова. В скорых доработках мы добавим возможность выбирать язык, русский или английский, потому что много иностранцев, иностранных игроков интересуются, заходят, но я думаю, они сталкиваются с проблемой, то что нету поддержки английского языка, и они выходят. Поэтому постараемся сделать сервер мультинациональный, мультиязычный, то есть и вам будет интереснее, и им будет, думаю, будет интереснее пообщаться с живыми русскими ребятами, пацанятами. Поэтому в будущем сделаем обязательно выбор языка в начале. Также доработаем регистрацию в том, что
будет выдаваться рандомная одежда, то есть у вас может быть там, у кого-то при создании будут брюки там и футболка, у кого-то может быть там брюки и какая-нибудь кофта или там, ну, в общем, будет разный комплект одежды. Я думаю, для начала пока 3-4 штуки, для мужчин одно, для женщин другое. И, соответственно, на этом, наверное, регистрация будет закончена, потому что, в принципе, все готово. То есть готово имя, фамилия, возраст, готово как бы внешний вид. Можно создать совершенно уникального персонажа, а не тупого клона, как на всех тех же самповских проектах, когда, знаете, все бомжи или там все там негры. То есть, действительно, здесь можно сделать более 1000 вариаций настроек, начиная от волос на груди и заканчивая цветом глаз или брови там, или уши, нос там. Есть уже видео, кому интересно, посмотрят, кому не интересно, посмотрят это видео. Поэтому задавайте свои вопросы, подписывайтесь обязательно на наш канал. Как-то модно говорить, ставьте там пальцы рук или ног вверх, в общем, или вниз, неважно. Будет весело, мы делаем РП-сервер, мы стараемся для вас, и это будет действительно круто. А в следующем видео мы с вами вас рассмотрим инвентарь, поговорим, что с этим инвентарем можно делать, что в этот инвентарь входит, как он работает. Ну и, может быть, посмотрим еще кое-что интересное. Подписывайтесь. До скорых встреч. Всем покусики.